Доброе, доброе утречко. Доброе. Дунечка спряталась от щенков и заигрывает с ними. А они ее достать не могут, да? Бусенок, ты где там? Ты где там, блин, бусеночек? Скажите, я боюсь к вам подходить. Щенки, они такие, скажи. Сразу же играться хотят. Что, мамка вам постелила покрывальце, на котором вас почти не видать, да? Давайте я к вам сяду ближе. Ну тебя-то черненькую, нашу трехцветочку всегда видать. А тебя я просто всегда вижу. Как я лягусинку не увижу. Я всегда Вегочку вижу. Свою девчоночку. Ой, а тут кто по мне ползут, прям по мне ползут, да. Целоваться ползет. Такой мега-зверь. Вот. Все на меня сразу же. Маленькие вы такие. Лазутчики. Скалолазы маленькие. Так, сколько на мне? Трое, хотела сказать, человек. Собак. Пёсели. Псов таких больших, грозных, которые уже и аф умеют говорить. Да. Так что кому нужно для защиты дома, для охраны, чтобы охранял вас, защищал от всех плохих, злых, всяких, да? Вот это вот псы как раз для охраны. На цепи их нельзя, а так можно. Да? Давай всем пожелаем доброго утра. Вот такого доброго. Кому-то вот такого доброго, милого утра. А кому-то вот такого веселого и жизнерадостного и игривого утра. У каждого свое утречко, да? Кто-то бесится, играет, кто-то потихонечку кусается, а кто-то целоваться лезет, да? Кто-то просит целоваться. Буся, ты осмелел, даже подошел. Давай всем доброе утро пожелай, пожалуйста. А Буся говорит, всем доброе утро. Всем доброе утро. И эти игруны, озоруны тоже доброе утро желают. И Донечка забралась наверх и тоже вам сверху всем передает приветик. Просто ее малыши достали. Да? Ну, а мы всех целуем, обнимаем и желаем вам хорошего, отличного дня и замечательного настроения.